alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Tabek TV kanaliga hamda Miami shahriga, Florida shtati, Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsizlar. Men yonimda shunaqa bir ekstraordinar san'atkorki, uni juda yaxshi taniysizlar. Ayniqsa Marvarit degan qo'shiqlar. Qolaversa Tohir va Zuhra kinosida ajoyib qo'shiqlarni ijro etgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Qoraqalpog'iston xalq artisti Larisa Maskalyova. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Я очень рада, Тарбек, что вы наконец-то доехали до славного города Майами. Я тоже. Навестить меня. И я с радостью хотела бы пообщаться благодаря вам со своими почитателями моего творчества, со своими земляками. И жду этой встречи, жду не дождусь. Это отличная новость. Құрметті достар, ертеге, айна шынығы пайтта, Майамиде, біз Лариса Маскалёвадан интервью аламыз. Ва сізден саваларды күтіп қаламыз. Ең қызықарлық савалар. Күтіп қаламыз, ва ілтима савалы қалдырген пайтта, ісім шарфыны ялықшы кестен шықмасын, чүнке айна сізі ісмінгізіні ва шарфынгізіні айткен қалды, ва савалы егізіні мен оқып беремін. Шүрін үшін, Құда қалысы, көп елдер шақсан мен үшін күтілген интервью болады. Ман сорамақшыман, какие саволар берешь мутун емас? Каких вопросов все-таки мы должны избегать и мы не должны их задавать? Я жду любых от вас вопросов. Я знаю, что плохих вопросов не будет. Да. Но я в последнее время очень избегаю очень личных вопросов. Потому что я считаю, что все-таки даже у артиста личная жизнь должна остаться личной. Однозначно. Все остальное, как на духу скажут друзья. Demak, ertaga biz bilib olamiz. Nima uchun Larisa Maskalyova o'ta mashhur bo'lgan paytda O'zbekistondan aynan Amerika Qo'shma Shtatlariga ketib qolgan? Qanaqa sabab bo'lgan? Bu yerda ijodlari nima bo'lyapti? Qanaqa yangiliklarni yaratyapti bu yerda aynan ijod bo'yicha? Bularning hammasini Xudo xolisa ertaga shunaqa paytda Miami'da intervyu paytida bilib olamiz. Спасибо вам огромное. Мы будем ждать этого времени. И все самые лучшие вопросы мы зададим вам от зрителей. И осталось буквально несколько часов до нашей встречи. Я с удовольствием поблагодарю Атабека за то, что он все-таки у меня уговорил прервать это молчание. Спасибо. Прошу прощения у всех моих друзей-журналистов за то, что в приоритете оказался Атабек. Ну, уже несколько лет длится этот разговор. Мы виделись как-то здесь тоже недалеко, во Флориде. Во Флориде, да, это остров Ки-Уэст. Да, на Ки-Уэсте была эта встреча. И с тех пор я обещала, и вот наконец-то завтра мое обещание осуществится. Да. Я буду ждать с вами встречи. Жду ваших вопросов. Құрметті достар, демек, ушбу видео сіздерге ұнаған болса, биттан лайк, сіздерді өмір келіп кетсін, пақат ілтимас, дизлайк бөлі адаштырмаған қалды. Agar kanalimizga haligacha obuna bo'lmaganmasangiz, demak hozirdan o'zida ushbu videodagida qizil tugmacha bor, o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida Miami'da va Larisa Maskalyovani intervyusida ko'rishganda, ko'rishguncha.